Дорогие друзья, перед началом просмотра видео подпишитесь на наш новый YouTube канал, ссылка будет в описании под этим роликом. Вся Москва переживает ужасную трагедию. Вчера вечером в Подмосковье было совершено нападение на известную актрису кино Оксану Сташенко и ее подругу. Они на личном автомобиле направлялись в Подмосковье к себе в загородный дом на отдых. Остановившись возле одного из круглосуточных магазинов, к ним начали приставать двое мужчин. Услышав отказ, чтобы познакомиться, мужчины избили двух женщин, забрали у них мобильные телефоны и небольшую сумму денег. Продавщица магазина вызвала скорую помощь, а также наряд патрульно-постовой службы, но мужчины успели скрыться. На данный момент Оксана Сташенко со своей подругой находится в больнице с серьезными травмами, а сотрудники полиции разыскивают преступников. Завтра рано утром, друзья, шокирующие подробности данной трагедии на нашем YouTube-канале.